Донбасский горностай Диана Анкудинова прямо сейчас вот стоит. Машет руками. Давайте поаплодируем ей. Диана Анкудинова. Смотрите на нее, какая красивая. Ничего себе. Привет. Самое интересное, человек просто хотел спокойно прийти посмотреть концерт, да? Просто, чтобы никто не заметил. Просто спокойно, чтобы никто не заметил в блестящем вот таком блестящем наряде, который ей так идет, да. Поприветствуем Регину Тодоренко, которая готовится к эфиру. Она сегодня... Здравствуйте, дорогие друзья! Пожалуйста, отойдите с рельс. Это кричать, это неприятно слышать. Могу понимать, что мы не можем снять первую маску так быстро. Ну а сейчас самый главный момент сезона. Друзья, впервые в истории я предлагаю. Так, все, ладно, серьезно, все. Цыц! Не давите! Все. Кто? Значит так, дорогие друзья, мама, давайте услышим. Я не знаю, что его в голове. Обоих я возил на Евровидение. В сумочке. Одного с помощью... Что мне делать? Филипп, беги в Кремль! А кто примет решение? Беги, Филипп, беги. Нет, Филипп Петрович, мы вас не отпустим. К сожалению, никто не понимает, как принять решение, поэтому правильное решение всего Крокус сезона. С днём рождения меня! С днём рождения тебя! С днём рождения, Филипп наш! С днём рождения тебя! Это лучший подарок, который вы можете мне сделать. И спасибо.